как разбавляла колы. И вместо обеда столовой купила в кино билет. Она танцевала голой, курила сальзино. Хочется рок-н-ролла, не помню 16 лет. И напишет весна. Спасибо большое! Спасибо! Вот как говорят, завтра, 26-го, поворачивайся красиво, вот 26 июля у нас здесь, в городе Судак, на улице Ленина, Мичурина и Яблоневой, состоится концерт Алексея Расчетова. Он идеально совпадает с началом открытия фестиваля Таврида Арт. Ухти Капсель. А это почему? Потому что у нас в городе есть свои арт-резиденции Таврида, правильно? Правильно, вот. И свой фестиваль. И свой, значит, будет шикарный фестиваль для наших жителей. Вот так вот. Кстати, мест уже практически нет. Если успеете одно-два места себе забрать, это ваше. А нет, ну, будете слушать во дворе Лешу Расчетова. Кстати, возможен следующий концерт? Возможно. Вот так, да. До завтра.